Всем привет! Сегодня рассмотрю один из самых сложных крафтов. База, урон с когтями и даггерами. 75-83 item level, 8 пассивок. Стоит она примерно 80 хаосов. Но на ней мы можем нарулить такие дорогие комбинации, как, к примеру, это. Или... вот эта комбинация. Или это. Крафтим с альтами. Также в крафте используются экзы и анули. Всего я добавил 15 комбинаций. Импорт для симулятора, как и шаблон для крафта, были доступны еще позавчера для пользователей платной версии программы на Boosty или Buy Me Coffee. Ссылочки на эти посты вы найдете в описании. Так, по поводу результатов симулятора, они немного неправильны, или это я неправильный алгоритм подобрал. Должно получиться примерно один крафт, 5-6 экзов и столько же анулей, и меньше 2000 альтов. Сейчас будет небольшой шоу-кейс крафта. К примеру, здесь хорошо показано использование анулей и экзов. На записи мне не прокнули дорогие комбинации, но я все равно оказался в плюсе диванов на 5, хотя до записи скрафтил 2 кластера по 13-14 диванов. Спасибо за просмотр, как обычно, подписки, лайки, комментарии, залетайте в Discord. Всем удачного крафта, пока!